становления победителей. Помните, мы вас всех приглашали, вы к нам звонили, приходили своими тамагочами, и вот появилась наша большая супер-тамагочи, о которой говорил профессор Дав. Сегодня мы будем поздравлять своего первого претендента, то есть победителя, который выиграл вот именно вот эту тамагочу, то есть супер-большую тамагочу, которая сделана именно в Японии. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, кто же у нас претендент и кто же выиграл ее. Ну вот у нас и первый победитель, который выиграл вот эту тамагочи, которую я вам уже говорил и которую показывал. Это Жерноков Виктор. Жерновков Виктор, извиняюсь. Ну что, Виктор, скажи про себя что-нибудь. Учусь я в 108-й школе, мне 15 лет, и все. Вот это все? Он за 15 лет уже добил такого результата. Ну это же надо. Вот скажи еще что-нибудь, где ты живешь, кто у тебя родители? Он забыл, кто у него родители, он так волнуется, просто ребята. И тамагочи. Ну скажи про свое тамагочи. Покажи ты его, своего тамагочи. Жили они, он, в спокойной, обыденной жизни. Вот этот тамагочи, он вырастил. Ну и как, кто это у тебя? Собака. Собачка у него была тамагочи. Бесклявая она немного. По-моему, она уже в туалет хочет. Нет, она в туалет не хочет, это точно. А что она хочет-то? Не знаю. По-моему, она хочет вот это большое тамагочи, по-моему. Она немного голодная. Видите, голодает тамагочи. Она немножко несчастливая. Ну, немножко несчастливая, это не страшно. Вот это его тамагочи. Это можно сделать. Ну, не надо сделать, ребята уже знают, как сделать. Это долго рассказывать, просто тамагочи прожил у него 99 лет. Ну, рассказывай про себя дальше. Как ты его растил, как ты его в школу брал? Я его в школу носил, учителя ребята больно не замечали. А как ты скрывал, тут учительница-то все заметить должна? Незаметный был. А, он такой тихий тамагочи был. Ну ладно, Жерноков Виктор выиграл у нас вот этот тамагочи, поэтому мы его поздравляем и дарим тебе этот тамагочи. Расти теперь большого тамагочи. Теперь вот такой тамагочи он в школу, естественно, не возьмет, потому что в карман она не полезет. Придется ему держать ее только дома. А этот тамагочи умеет все. Там 24 функции. Функция для дома, функции. То есть там есть часы, есть будильник, есть секундомер. То есть этот тамагочи, это супер тамагочи. Так что давай, если ты еще вырастешь больше тамагочи, то получишь огромную тамагочи. Еще больше. Молодец, Виктор. Ну вот, Жерновков Виктор у нас уже выиграл тамагочи, но у нас еще есть один претендент, который тоже может выиграть этот тамагочи, если он подойдет к нам, то есть в салон «Бонус» по адресу Аксакова 94, и покажет свой тамагочи, тоже выиграет такую же тамагочи. Тоже молодец, он тоже вырастил, он звонил к нам, ему тоже 99 лет, это Аминев Ирик. Так что, Аминев Ирик, приходи к нам, и мы тебя ждем. Не забудь, наш адрес Аксакова 94, салон «Бонус». А нашу программу, конечно же, сейчас продолжат. Продолжим мы ее приставкой Sony PlayStation, тоже новыми играми. Это Sir Max и Mr. Sos. Так что им слово. Добрый вечер. Привет, дорогие геймеры. И мы сегодня, это Sir Max и Mr. Sos, опять же в бонус. В салоне «Бонус», вернее. Сегодня у нас супер телепередача «Супер Бонус Клуб» показывает игры, как всегда, на Sony PlayStation. Да уж, и к нам пришли в студию, значит, очень много писем пришло. Пришло два замечательных рисунка, да? Но, к сожалению, не написал, кто их нарисовал. Вот это первый рисунок, значит. Так, давай. Вот этот второй рисунок. Да. Я, значит, Sir Max вам говорю, попрошу, вернее, прислать авторов этих рисунков, значит, свою... На бонус-клуб. Да. И мы во время игр прочитаем ваши письма, хит-парады и стихотворения. И сейчас Sir Max покажет нам игры на Sony PlayStation. Это у нас сегодня будет 4 игры. Значит, это Mass Destruction, которая будет первая игра у нас сегодня. Давай сюда. Вторая игра у нас будет Курукши. Классная игрушка такая, чисто логическая. Да. Следующая игра у нас будет Зад.
как и называется, стратегия, стратегия игра Z. И футбол. Последний. Абсолютно привлекательная игрушка такая. Последняя игра, футбол 97. Давайте будем смотреть эти игры и наслаждаться графикой. Углубимся в мир видеоигр. Главного героя сажают в танк и дают задание уничтожить все вокруг, совсем, поверьте мне, совсем не нова. Таких игр выпускают всегда очень много и практически на каждой платформе танковых аркад. Всегда было достаточно. Но в наши буйные времена изобретение новых жанров, постарые, но добрые танки что-то стали забывать. В большинстве своем подменив их вертолетами, самолетами, а ведь напрасно. Спрос на игры с танками еще высок. Вот и решил не слишком пока известный в мире компьютерных игр BMG выпустить игру Mass Destruction, что в переводе означает массовое уничтожение. PlayStation и Saturn. Пользуясь их приличной производительностью, разработчики сделали новый быстрый графический движок, позволяющийся всему происходящему мелькать на экране со скоростью 60 кадров в секунду, причем практически в любом случае, независимо от количества объектов на экране. Игроку дается на выбор три танка, каждый из которых несколько отличается от другого по огневой мощности и скорости передвижения. В качестве же вооружения прилагаются пулеметы, мортиры, огнеметы, самонаводящие ракеты и мины. Одним словом, боекомплект очень внушительный. После этого, выбрав любую из пяти различных компаний, можно уже приступать непосредственно к делу уничтожения противника. Управление танком крайне необычно и жизнь. То есть ехать и стрелять прямо довольно-таки сложно. Пушкой каждым ее движением приходится управлять, не забывая при этом о передвижении самого танка, которому стоять на месте, особенно под обстрелом, совершенно противопоказано. Стрелять и насажать можно не только врагов, но и практически все, что попадается на пути. Каждое здание, ангар, сарай, фонарный столб, наконец, подлежат, впрочем, совершенно не обязательно уничтожению. Под руинами некоторых зданий вас ожидают приятные сюрпризы в виде различных бонусов. Задания, получаемые для каждой миссии, довольно простые по составу, но бывают сложны для выполнения. Построение уровней хорошо придумано. Нет ничего лучше каждого из уровней. Не слишком короток, но и не слишком длинен. Состоит из разных типов ландшафта, включая воду, в которую также можно въезжать на танке. Но так, чтобы не затопили крышу. Интересный момент, заключающийся в том, что одними из самых страшных противников в Mass Destruction, то бишь в массовом уничтожении, является Super Troopers, который особенно способен обычных мирных граждан превращать в солдат, причем в любых количествах. Еще в игре существует множество разных анимаций, посвященных смерти мирным гражданам в результате применения к ним различных видов оружия. Итак, следующую игрушку мы наблюдаем Курюши. Это игрушечка типа Тетрис, значит, логическая игра. Трехмерный Тетрис. Вам тут нужно срезать зелененькие кубики и прибавляются другие кубики. И продолжаем все снова. Значит, вам здесь надо срезать, как вот сказал уже вам мистер Со, значит, и
чем больше вы срезаете, тем большее количество уровней вы проходите. И вот, допустим, сейчас загорелся перфект, значит, это абсолютно правильно мы все сделали. Если вы не успеваете срезать, вы увидите дальше, мы падаем, значит, со скалы, а значит, вот эти вот кубики, вот, это лед, скорее всего. Да, и дальше мы прочтем ваши письма. Пишет нам Бирюков Андрей. Привет, меня зовут Бирюков Андрей. Для начала я хочу поздравить всех с мужским и пацанским праздником, то есть 23 февраля. Опоздал он что-то конкретно. Ну ладно, когда вы это прочтете, то есть в четверг будет уже с прошедшим 23. Перейдем к делу. Я написал свои хит-парады для всех приставок, кроме Sony PlayStation, так как мне не посчастливилось поиграть в лучшие игры на Sony PlayStation. Итак, начнем. Хит-парад на 8-битной платформе. Первое место занял, конечно же, Best of the Best. Это игра, сделанная по фильму, которую вы все смотрели. Вторая игра Top Gun, самолетная леталка. Тоже прекрасная игрушка. Третья игра Side Poker, это бильярд. И четвертая игра Prom Am 2. И, наконец, пятая игра Капитан Скайхефт. Я хочу перебить своего напарника, можно сказать, и вы сейчас наблюдаете игру Сет. Только что наблюдали игру заставки от игры Z. Эта игра сделана, вернее, заставка сделана с юмором. И, конечно, вы играете за красных, красные роботы. И вам тут нужно завоевать некие территории, то есть флажки и разные газики. Вы можете ломать тут стены. У вас есть противник, это синий противник. Эта игра сделана на немецком языке. Есть на английском и есть русифицированная игра, то есть на компьютере. На Sony PlayStation пока не вышла русифицированная игра. Очень жалко. Ну ладно, будем играть в немецкую версию. И вы видите, синие противники подходят к нашей базе. И мы сейчас отметим нашу территорию. Так. Как я уже повторяюсь, в этой игре надо завоевать флажки, то есть территории. Вы видите газики тоже можно завоевывать. Итак, наши красные игроки
мы завоевываем газики и двигаемся вперед. У противников имеется база, которую нужно уничтожить. Когда уничтожается ихняя база, вы переходите на следующий уровень. Конечно, следующий уровень будет посложнее, чем первый. Так как во всех играх это всегда так. И вот так, вы видите то, что синие игроки, чужаки, хотя сказать, завоевывают нашу зону. Но мы им не дадим завоевать, конечно. И мы их уничтожаем. Сейчас я хочу прочитать стихотворение Баширова Ильдаром. Он, значит, написал нам бонус, такой вот, можно сказать, смешное стихотворение. Я вам сейчас его и прочитаю. Я считаюсь эгоистом, сестренкой весной, я же с хохотом и с криком, я гурежусь, как шальной. Ну, поймите и меня, не успел прийти с учебы, я сразу сяду за джойстик. Мне играть охоту очень в Mortal Kombat или в Duke какой. А недавно было дело, я проспал средь бела дня. В бонус-клуб поехал я, картридж взял себе покруче, чтоб играть как можно лучше. И, значит, твое стихотворение, как говорится, вкладывается. Мы сейчас наблюдаем футбол, как это говорится, футбол одно из многочисленных таких игр, которые можно играть вдвоем, втроем, а также вчетвером, особенно на Sony PlayStation. Итак, если вы видели прошлую передачу, вы видели футбол 98 года, это футбол 96, и мы можем сравнить графику, звуки, удары и так далее. Ну, каждый футбол по-своему оригинален, можно вот так сказать, да? То, что любые голы, пенальти и так далее, и тому подобное, они в каждой игре по-новому озвучены и по-новому прекрасны. Итак, теперь я перехожу к хит-параду на 16-битной платформе. Первое место занял Mortal Kombat 3, второе место занял WrestleMania, третье место занял Battle Cage, четвертое место занял Sonic Zone и последнее место занял Zero TV Run. Ну что ж, давайте будем смотреть этот прекрасный интересный футбол. It's Bill, Bill, Bill. Итак, сегодня мы просмотрели игры на Sony PlayStation. Вы увидели победителей конкурса. И на следующей передаче мы объявим новый конкурс. Ждите. Очень хороший конкурс. Вам понравится. Особенно любителям файтингов, таких как Mortal Kombat и Tekken 2. Да. Вот ну так что? Вот. А ну, на этом у нас наша передача заканчивается. Правильно? Сермат. Ну что ж, мистер Сос. Пока, ребята. До свидания. Let's get 'em.